Привет! Сегодня третий выпуск подкаста «Мой видеобизнес». И сегодня я вам расскажу, как снимать классные ролики, классные любительские ролики. Хотя, в общем-то, мои правила, они относятся к профессионалам, но я думаю, что профессионалы вряд ли смотрят мой блог. Вот. И я вам раскрою 4 секрета, после которых ваши видео будут просто замечательными. Первый секрет, и об этом вы не догадываетесь. Как вы думаете, сколько времени должно пройти между нажатием кнопки «Пуск» или «Старт» на вашем смартфоне или на вашей видеокамере и кнопкой «Пауза» или «Стоп»? На самом деле лучше, чтобы прошло не более 3-5 секунд. А что делают любители? Они берут видеокамеру, включают «Старт» и начинают снимать в течение 10 минут, как их ребенок качается на качелях. Так вот, я вам скажу, что такие видео мало кто будет смотреть, потому что это скучно. Потому что я все равно, если вы мне доверите, допустим, их превратить в ролик, я все равно оттуда возьму всего лишь там 5 секунд того, как ребенок качается. А дальше мне нужно уже другое действие или другой ракурс. Это первое правило. Второе правило. Нужно снимать, конечно же, не против источника света, чтобы ни солнце, ни свет, который исходит из окна сзади, не падал на камеру. Иначе вы получите просто силуэт. Вот посмотрите, как я себя осветила. Я освещенная, я в центре кадра. Вы не обращаете внимания, что за мной. Вы, в общем-то, и не видите, что происходит за мной, потому что я наложила специальный эффект. Но когда-нибудь покажу обязательно. Итак. Теперь третье. Третье должно быть в кадре обязательно действие. Если человек просто стоит и на что-то смотрит, то вы можете просто взять спокойно и его сфотографировать. Эффект будет одним и тем же. Поэтому снимайте людей, зверей, кого угодно, когда они что-то делают в кадре. Например, общаются, шутят, смеются, дерутся. Дерутся лучше не надо, но если уж так получилось. В общем, это да, это тоже очень важно. И четвертое, на самом деле, мало кому интересно, и вам тоже будет неинтересно смотреть на достопримечательности как таковые, потому что есть куча видео, где можете вы посмотреть и на пирамиды, и на Эйфелеву башню, и на все что угодно, и на Тадж-Махал. Интересные люди. При этом люди интересные, когда вы можете видеть выражение их лиц. Поэтому четвертое правило, которое я вам с вами поделюсь, не снимайте, пока вы не увидите, не можете различить белок глаза человека. Вот это такое правило. Итак, я повторю эти 4 правила и потом с вами прощусь. Итак, съемка 3-5 секунд одного видеокадра. Второе, обращайте внимание на источник света, чтобы он не падал вам непосредственно на камеру. Третье, действие обязательно в кадре. И четвертое, близко снимайте людей и их эмоции. Подписывайтесь на мой канал, я через неделю снова буду с вами, а может быть и раньше, если у меня такое желание возникнет. И не забудьте посетить мой сайт. До скорых встреч, всем успехов, пока!